готовим. Закипела вода, бросили в крутой кипяток и помешали. Когда вода повторно начинает шевелиться, как молоко, мы температуру уменьшили, кипение прекратили. Потом можно чуть увеличить и томить 14-15 минут. Начинает закипать на маленький средний огонь. На газу ставлю на маленькую конфорку, на старых электроплитах, на другую конфорку однозначно, чтобы не разварились. Все, это все нюансы. Сыром буду не солить. После того, как эти сварить, долго в воде не оставлять. Натуральные соки, они будут выходят, они блететь начинают. Все. 15 минут, да? Да, это получается 600 плюс 340, 940 рублей. 4 часа такой пакет многоразовый, не будет делать, экологию не ставить. Нет, один отдельно. Потому что всего две пачки. Это холодильники, да? Это сыром с сыром, не адыгейский, там 45, он жирнее творог. А как вот по интернет-магазину вы доставляете? Они, мы привозим машины, если они привозят в магазины, мы догрузим, поставим. А там 5 интернет-магазинов, они сами привозят. Я взял. Все указано, да. Как все-таки определить, что в мясе нет роста, гормонов роста? Поймите, у нас тоже однажды творогом творожный продукт продавали, потом их ругались с нами, когда выяснили этот вопрос, в лаборатории сдавали. Я вам должен 60 рублей. Но зерновой корм это обязательно, чтобы... 50 рублей нет у вас, посмотрите. Я вам тогда дам. Может, мелочи? И мелочь я найду. Но мелочь, она такой дефицит. Я найду вам, если что. У вас нету тут 50. Смотрите. Вы пробовали, девушка? Нет. Сейчас, секундочку, если подождете, я угощу вас, потому что... У меня есть одна десятка. Нет, а ты же тоже будешь брать? Вот мы сейчас вас включим в компанию. Я вам должен 50. Так, слушаю. А мне, пожалуйста, дайте. Нет, пока к вам вопрос. А вот с гормонами роста, что мы едим мясо, вот человек может от этого тоже толстеть? Как вы думаете? Можно, да? Конечно. Вот я... Там не так, там понимаете, что дело? Толстеть больше не из-за этого даже, не только гормоны роста. Я сейчас расскажу вам. Ну, берите мелочью, а вам 50 рублей дадим тут же. Ну, сами гормоны роста. Они все могут спровоцировать. Все. Нет, там ситуация какая. Чем мы как бы натурально... Я вот, смотрите, округли его, давайте округли его. Ну, что вы переживаете? Ну, соберите мне 30 рублей, 20 рублей соберите. Что вы переживаете? Вот вам 50 рублей мы отдали. Все. Вот сколько... Я просто мелочь люблю, вы складываете сюда. У меня православных выставок. Хочу сказать, что в Германии запрещено вообще гормоны роста с 2006 года. Ну, запрещено, да. Но тоже как там все это, там премиксы идут разные. Не знаю, сложно это все технологически. Не запрещено, и там много чего запрещено. Твои, да? Подожди. Да. Запрещены антибиотики, да? Не запрещены. А гормоны роста запрещены в Германии, да? По-моему, да. С 2006 года. Сырные курильные. Нет, курильные не брала. Это я где-то. Отлично, выкидайте. Да. Но люди там дольше живут, 90 лет, у нас 60 лет. Это же примечательно. Питание, там, не только. Да, у них получше. Ну, чистый воздух у нас в России работа, тоже... У нас в Москве... Ну, нет. Ну, почему? Здесь неплохой воздух. Взяли. В Москве магазины, смотрите, вот здесь вот на сайте. Можете покупать, где-то рядом будет еще что-то. Полный список на сайте. Воздух есть плохой? Или в Челябинске где-нибудь? Вот, в Дзержинске? Да, но... Пожалуйста, в Москве воздух такой плохой. Я не заметил, что он... Москва тоже, она же большая. Капотню взять вот. Тоже Москва. Я Сергиев Посад больше знаю, и тоже не заметил, чтобы там воздух был плохой. Не заметил. Я вам просто говорю, Капотню, вот, нефтеперерабатывающий завод. А, это я слышал. Весь регион Капотню. Вода проблема, да, но даже привозная вода, и то проблема, уже нет гарантии, что она... Сергиев Посад, у него отец там живет. Ну, вот там я в Глинково. А, я в Глинково там работал 2 года. О. А он знает, а потом, наверное. Наверняка знает. Глинково это же. На сайте там. Это окраина Посада. Да, Посада окраина. Вот, отец живет. Вот как раз Глинково у него жил. Коттеджи мы ездили как раз. Поэтому там не такой плохой воздух, я не заметил. Нет, там хранили, конечно. Приятного аппетита. Визиточку взяли, да? Все есть. Спасибо. Да. Москва и Сурки, там все надо сынить. Закипело, бросили, помешали, повторно закипает. Тут же маленький огонь, крышка не накрываем. Томим 14-15 минут, томим. Можно и 13, и 11 потомить. Как вам понравится. Все, на конфорку маленький, сыр на крышку.
что-то курица грибами классно. Если любите курицу грибами, я люблю. Да, случайно. Так оно все хорошее. Мясные пробовали, сочные. Да, они традиционные, хорошие пельмени просто. Купеческие, очень вкусные, крупнолепные, большие пельмени, как чебуреки варят. Ну, давайте. Ну, пельмени у вас хорошо берут, я смотрю. Вот ничего так. Бараны нету. Бараны очень нет. Мало мы сейчас берем. Цена на них очень высокая, мы мало их очень делаем. Мы даже их в минус, скажу, что делаем. Когда баранья 350 стоила, мы нижний плюс Волгород, идем. Далековато. Когда баранья 450 стоит, мы в минус идем. Сейчас баранья 450. А мы пробовали какой-то сейчас? Мы пробовали сочный, с виноградин со шпиком. У него есть пакет, вот 4 часа нет. Давай. Пока здесь выставка. А хлеба так и нет? Ждем. Нет, ждем. Сейчас пельменями кормим всех. Мы уже здесь. Вы пробовали, да? А то угощу вас еще. А то там вам неудачно достался последний, я помню вас. Попробуйте, вот сейчас нормально, по-другому сварим. Мы совсем не обедаем, не ужинаем, а я так, еще как это? Не завтракаю. А надо. 1300 рублей ровно, 20 рублей убираем. Хлеб очень не сыр. А сыром пробовали или сыр не было? Все попробовали. Есть куриные, есть сырные, а мясные тоже. Есть, мясные, да? Тоже. Есть, был куриный, сырный, мясной, а так там разные, да. Да. Я вот жду побеседу. Где они? Не знаю. Руслан, ты можешь мне позвонить? Где они? Здравствуйте. А можно два пакета? А я сделаю. Нет, а знаете, как сделаем? Вот так вот. Он один в один, один в один. Пакет до 4 часов. Вы сейчас сделаем немножко так. Так, это 1000 сейчас упакуем дальше. 4 часа, до 4 часов.